Спонсор астропрогноза – компания РТА Телеком. Овен. Начало дня будет удачным и плодотворным. Вы сможете добиться даже большего, чем ожидали. Быстро решите непростые вопросы. Это подходящее время для того, чтобы делиться своими идеями. Возможно, разногласия со старыми знакомыми. Телец. День принесет много неожиданностей. Появятся новые заботы и задачи. Вы вряд ли вовремя получите помощь. По крайней мере, с самыми сложными делами придется справиться самостоятельно. Несмотря на все трудности, вы добьетесь успеха. Близнецы. Найти общий язык с окружающими сегодня будет труднее, чем обычно. Лучше отложить обсуждение важных вопросов. Этот день подходит для любой творческой деятельности. Можно добиться успеха, работая самостоятельно. Рак. Критическим замечаниям и непрошенным советам старайтесь относиться философски. Они все равно не помешают достичь успеха. Возможно, небольшие финансовые трудности. Стоит быть экономнее. Воздержитесь от незапланированных покупок. Лев. Сегодня вас ждет много приятных, но бесполезных разговоров. Возможно, придется отложить какие-то развлекательные мероприятия и дружеские встречи, которые вы планировали ранее. Но все это не помешает вам вовремя довести начатое до конца. Дева. Вряд ли удастся совершенно избежать трудностей, но не падайте духом. Помните о своих целях и планах и продолжайте двигаться вперед. Нежелательно заключать сделки, они не принесут прибыль, на которую вы рассчитываете. Весы. Сегодня не исключены события, которые заставят вас понервничать. Вам предстоит принять важное решение, и делать это нужно по возможности спокойно. Постарайтесь избежать конфликтов с людьми, которые выводят вас из равновесия. Скорпион. Благоприятный день. Сегодня вы способны решить многие задачи, в том числе очень сложные, сделать то, что прежде не получалось. Полезно будет принять участие в каких-то общественных мероприятиях и благотворительных акциях. Стрелец. Яркий запоминающийся день. Он может принести много сюрпризов, неожиданных событий. Немало будет и разговоров. Они не всегда оказываются полезными, но неизменно интересны и познавательны. Вероятно, хорошие новости. Козерог. В первой половине дня не стоит делать незапланированных покупок. Деньги лучше экономить, чем тратить. Искушений будет много, но если вы найдете в себе силы противостоять им, то не пожалеете об этом. Возможно, разногласия со старыми знакомыми. Водолей. В это время вероятны удачные совпадения и приятные известия, а также предложения, от которых не захочется отказываться. Могут появиться совершенно новые планы на будущее. Приступить к их реализации захочется немедленно. Рыбы. Это непростой день, но вы найдете способ решить возникающие проблемы. На многие ситуации вы смотрите не так, как окружающие, и это становится вашим преимуществом. Вечером удастся хорошо провести время в компании друзей или родственников. Здравствуйте, с вами РТА Телеком. Современный мир диктует нам высокую скорость жизни. Быстрые машины, быстрая еда, быстрые денежные переводы. Остановимся подробнее на онлайн-оплате услуг. Вам нужно оплатить за услуги интернета и телевидения. Сделать это нужно обязательно до конца месяца, чтобы не оставаться без интернета. Заходим на сайт РТА Телеком, вводим номер договора или ваш адрес, указываем ниже цифры с картинки и нажимаем «Найти». На следующей странице вы увидите данные вашего счета, QR-код для оплаты через приложение Сбербанк Онлайн, а также прочие сервисы для оплаты. Выберите подходящий именно вам. Заполняйте все данные с карты. Не бойтесь, все данные хранятся только на вашем устройстве. О, а я уже подтвердила свой платеж, пока рассказывала вам о оплате. Это проще, чем кажется.